yourself. Подразумевается удар в бок. Или подразумевается такой вариант. Поэтому обе руки должны одинаково работать с одинаковым усилием, потому что и та, и та рука может наносить удар. Здесь движение обязательно от уха. You have to go from back of your ears to up. Здесь подразумевается в том числе и бросок. There's a meaning like that. Такой смысл подразумевается в том числе. Пожалуйста, для выполнения этого движения вы должны помнить, что здесь у вас бросок, а здесь вы проводите на болевой прием. Это тоже смыслы, которые включены в это движение. Не только просто блоки. Представьте себе, что противник делал двое. Арена, я наношу вперед для того, чтобы нанести удар Майгири, показать удар Майгири. Я наношу удар противнику, стоящему сбоку. Майгири, вы как можете нанять, как маю, что вы делаете, Японики? That's why your knee should be pointing front. Поэтому колено обязательно должно быть вперед. Я показываю впереди стоящему, что буду открывать. Есть варианты такие, но это не правильно. Of course, there's a situation where the knee opens, but in this case, your knee should be pointing front. То, о, данчу, а ここで. Значит, это данчу. Кукунчу находится в середине, поэтому вы можете ощупать свою грудину. Вот в эту ямку наносит удар, соединяется в Вы можете найти ее и продавить пальцы. Руки не бьют по колену, просто мы показываем притягивание головы к ноге. Нога опускается в ходе агонали вперед для того, чтобы, развернувшись, у вас получилось сразу же на стойке укуцу дальше правильно. Неправильно опустить ногу, а потом переставить за ногу, чтобы набрать силу. You have to place it in the right spot so that you don't move the feet after you turn. あとこのこれから蹴ったときにここで一旦形成をして。Вот здесь движение после моей гири. Да. こうやってる人がいるけど、必ず蹴って。Вот здесь обратите внимание. После блока удар идет между рук. После этого движения рука выводится вперед и два ски. 今の動作は何か違ってね。Некоторые делают так, что сразу поднимают руку вперед. Это неправильно. Сначала майки, потом рука прошла от пары, и два от скид. Пожалуйста, обратите внимание на этот момент еще.
атакующий отшагивает назад. И защищаешься от моей веры. Ханарадзу майни ну тон, ты видите, айте руке усали, сагивайте дэй. Сильный удар моей веры вот заставляешь и сразу за ним впрямую. Обратите внимание, что очень важно. Надо подучить. Вот с линии атаки, дай собаки. Умычка раз. Вестились с линии атаки. Куда? So when the opponent punches his straight, in that position you cannot attack back. Make sure you move in a position where you can attack back. Очень эффективное смещение в диагонали для удара. Как такую зону, в какой угол, с которого удобно нанести удар. У масуни нанем яру ты удар есть, да? Когда надо айди камайте, ты дикара нанами, не? Удар. А когда вы идете в бой, вы можете смещаться несколько раз назад, но потом неожиданно сместиться в сторону, и тогда вы окажетесь в удобной позиции для контратаки. Это основа, да, техники боя, спектакль боя. Movement when you fight. Называется шапка футбольная. There's a method of called санкапу. Санкапу футбольный, да? Basic of step work. Школа, которая специализируется на этом, это Вадо Рю. Organization called Вадо Рю is с уходом с линии атаки противника. Нужно прихватить руку и придавить руку с тем, чтобы вывести из равновесия противника и нанести удар. Нам нужно держать руку свою, для того, чтобы он перешел от удара. Коли купа кишу вагать, то grab, there's a big point over there. Even better if you grab the big point. If you want to try it, your opponent, you can do it.